Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать карпа, запеченного в духовке. Рецепт простой, а результат получается восхитительный. Рыбка очень вкусная и нежная. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. У меня карп, примерно весом 1 килограмм. Я его хорошенько почистила, помыла, выпотрошила. Также убрала все жабры. То есть у нас рыбка полностью готова уже к приготовлению. Также понадобится еще лайм или лимончик, соль, черный перец и майонез. Рыбу солим, перчим. С обоих сторон, естественно, не забываем внутри брюшка посолить и поперчить. И обмазываем тонким слоем майонеза. В брюшко вкладываем пару ломтиков лимончика или лайма. И также сверху рыбку тоже сбрызгиваем лимоном или лаймом. Противень я застилаю фольгой и сюда перекладываем рыбу. И отправляем в духовку, разогретую на 180-200 градусов, на 20-25 минут. Рыбка готова, можно доставать из духовки. Сегодня я рыбку подаю на хохломской тарелочке, такой деревянной. А вокруг рыбки выложены маринованные патиссоны, нарезанные тонкими слайсами. Всем желаю приятного аппетита, всего самого лучшего. Жаль, что камера не передает аромат, весь который стоит здесь. И надеюсь, до новых встреч на нашем канале. Всем пока-пока!